в субботу. Кто бы мог подумать, что в Лаосе призывают не только в армию, но и в монахи. Священная обязанность каждого лаосского мужчины. Бумагу делают в домашних условиях. Надо растюкать обратно. А рисовый самогон легко превращают в лекарство. Самое главное – правильно эту змею туда запихать. Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым. В субботу. В 6 вечера на RTVI.